Инцидент с обрушением части стены жилого дома в Печоре сегодня стал объектом пристального внимания губернатора. Рано утром кирпичная кладка здания буквально рассыпалась, образовав повреждение – дыру площадью 5 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в этот момент там находилось 43 человека, в том числе 12 детей, но никто не пострадал. Жильцов спасатели эвакуировали, однако на место выехала комиссия мэрии и в считанные часы постановила – квартиры не пострадали, отселение не требуется. А в качестве мер поддержки пообещала провести восстановительные работы за счет городской казны. Правда, после проработки сметы. Сергей Гапликов вызвал мэра Андрея Соснору доложить об обстановке лично, поручив найти ответственных и наказать. Так вы будете управлять процессом, да? Конечно. В Печоре или нет? Конечно. Приезжайте, конечно. У вас управляющая компания работает. Надо что, руководителя администрации все время ставить перед объектами, чтобы там что-то происходило или как, а, Андрей Михайлович? Конечно. Есть подозрение, что несущего взрыва не слушали, там вот по снимку видно. Нет, подождите, слушайте, вы мне сейчас о чем говорите? Вы там на месте вообще управляете территорией, да, или нет? Есть подозрение. Что значит есть подозрение? И дальше что? А если, не дай бог, кто вышел? Ну, не дай бог, да. И что бы было бы? И кто бы потом, извините, нес ответственность за это? Я понял. Ну так вы отдаете себе отчет о состоянии, конечно, вот этого процесса или нет? Конечно. Значит, Михайлович, значит, вместе с правоохранительным органом разобраться, значит, кто допустил такую халатность, привлечь к ответственности. Значит, если там соответствующим образом, значит, виноват руководитель администрации, по всей строгости его накажите за это. Понятно? Разберем. Вот мое поручение. Сергей Гапликов поручил службе «Стройжилтехнадзора» до конца недели изучить ситуацию с этим домом на месте, а также подготовить поэтапный план решения проблемы. Это бесхозяйственность, это абсолютное, извините меня, нежелание выполнять свои функции, это ратозейство, самое натуральное. Это слава богу, что жители не пострадали. Поэтому дом, Сергей Анатольевич, администрация выступила в 2010 году инициатором проведения обследования. Даже не жильцы. В 2010? Да. А сегодня какой год? А в прошлом году, значит, было настоятельно им рекомендовано подать заявку на капитальный ремонт дома. Андрей Михайлович, не надо ждать инициативы. Если вы видите, проявляйте ее сами. У людей нет иногда понимания. То, что очевидно вам, вокруг вас может многим быть неочевидно. Поэтому вы, руководитель, вы принимаете ответственное решение, чтобы вот таких последствий не было. Вам понятно? Понял, Сергей Анатольевич. Как стало известно, капремонт в этом здании намечен на 2020 год, но в связи с ЧП муниципалитет предлагает начать его раньше. Таким образом, ветхострой 1950 года постройки местные власти намерены все-таки восстановить.